стартовала китайская миссия Чэнь-4, в рамках которой на обратную сторону Луны впервые доставят луноход. Обратная сторона Луны нередко ассоциируется у людей с чем-то загадочным. Масло в огонь подливают многочисленные художественные произведения, обыгрывающие данную тематику. Ситуация обусловлена тем фактом, что Луна всегда повернута к Земле одной стороной, поэтому с нашей планеты обратную сторону нашего спутника не видно. Более того, исследований обратной стороны Луны также крайне мало. В основном это снимки середины прошлого столетия. Поэтому китайский проект Чэнь-4, подразумевающий посадку на обратную сторону Луны ровера, вызывает очень большой интерес. Вчера Китай успешно запустил ракету-носитель Long March 3B G3Z с луноходом Чэнь-4 на борту. В случае успеха этот аппарат станет первым, который приземлится на невидимую с Земли часть Луны. Известно, что луноход массой около 140 кг оснащен видеокамерой, а также набором инструментов, который в том числе позволит ему брать образцы лунного грунта и выполнять простые анализы. Стоит отметить, что в целом спускаемый на Луну аппарат будет состоять из базовой станции и, собственно, лунохода. Станция будет иметь большой набор инструментов для исследования, включая спектрометр, который будет использоваться для обнаружения низкочастотного радиоизлучения Луны, низкочастотного электрического поля от солнечных вспышек и так далее. Кроме того, станция располагает дозиметром для исследования влияния человека на Луну, панорамной камерой ПКАМ для получения трехмерных изображений, радаром для составления карты лунного реголита и прочими инструментами. Так как сигналы от аппарата с обратной стороны Луны напрямую на Землю попасть не могут, еще в мае Китай запустил специальный спутник-ретранслятор, который соединит луноход с центром управления. Если все пройдет успешно, Чэнь-4 приземлится на Луну в начале следующего года.